Сейчас 8 октября 2014 года. И к ихнему сожалению, я еще не погиб. Мы продолжаем сражаться, оборонять аэропорт. И думаю, что в дальнейшем так и будет. Хотел передать общественности, чтобы особо внимание на украинские СМИ не обращали, потому что они лгут. И вот сегодняшнее интервью тому это подтверждение. Ну, скорее всего, для того, чтобы поддержать боевой дух тех бойцов, которых они сюда отправляют, которым говорят, что Моторола погиб, Гиви там, возможно, ранен, там, то, что все нормально, то, что они, мы с ними бодаться не будем, то, что наше подразделение на износе. На самом деле мы боеспособны, ведем бои, мы себя чувствуем хорошо, обороняемся. Сегодня мы вели огонь по месту сосредоточения противника, где они сгруппировались, откуда вели огонь со 120-го миномета, выставили несколько единиц бронетехники в направлении наших позиций. Разобрали забор для того, чтобы беспрепятственно сюда проникнуть. Но мы их нашли, обнаружили и частично уничтожили.